Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої сфері охорони здоров'я. Січень розпочався по-зимовому холодно, морозно. І вся дітлашня насолодилася відпочинком на канікулах, між тим для декого відпочинок закінчився хворобою. Грип та респіраторні захворювання сьогодні в активі. Наскільки ситуація під контролем? Саме з цим запитанням ми звертаємося до нашої гості. До заступника головного лікаря з лікувальної справи Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні Юлії Твердохліб. Юлія Романівна, доброго дня. Я вітаю вас і дякую, що ви погодились на цю зустріч. Давайте трохи проаналізуємо, наскільки ситуація сьогодні типова чи не типова для цього періоду, якщо брати січень, спираючись на саме вашу практику. Добрий день, уважаємо зрителі, мами, бабушки, також їх дітки, любимі. Хочу сказати, що на даний момент ситуація вполне естественна. Ми знаємо, що обострення острих респіраторних заболівань, в тому числі і грип, приходить якраз на період зима-осінь. Если что касаемо нашего данного момента, то говорить об эпидемии еще нет причин. Эпидемии в Украине нет сезонной. Вот, потому что у нас на данный момент за прошлую неделю, например, заболело около 30 тысяч населения. К сожалению, есть и смертельные случаи, до 15 человек. В основном это молодые люди, которые умерли от такого грозного осложнения, как пневмония. Среди деток, слава Богу, не зарегистрировано тяжелых осложнений, которые в том числе и летальным исходом закончились. Вот. Поэтому на данный момент это практически такая же ситуация, как была и в прошлом году, и как ежегодно происходит в холодный период. Угу. И что касаемо, допустим, морозов, то, конечно, морозы – это лучше, чем слякоть и сырость, потому что слякоть и сырость, наоборот, способствуют распространению вируса. То есть, хорошо, давайте мы поговорим о проблемах, с которыми чаще всего обращаются к вам в больницу. Ну, если мы говорим за острые респираторные инфекции, то, конечно, обращаются с жалобами такими, как температура высокая, кашель, насморк, симптомы общей интоксикации, слабость, ухудшение аппетита. Так как у нас есть и кишечное отделение, конечно же, и жалобы некоторых деток на понос. Угу. Кстати, сейчас у нас, как бы, скажем так, в обострении ситуация с ротавирусом. Это тоже с группы вирусных инфекций, которая передается не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем. Вот интересно, казалось бы, ротавирусная инфекция, это пик, казалось бы, летом, да? Да. Чаще всего распространено. Да. А с чем связана вот нынешняя ситуация? Потому что, прежде всего, смотрите, как долго у нас было тепло, да, угу. То есть у нас была теплая зима, детки ходили все в сад, так как я говорю, это контактно-бытовой путь, или дома, или где-то едут, в троллейбусе, в магазинах, то есть в любом месте, где есть скопление народа, это, конечно же, обязательно будет перенос этой инфекции. Если мы говорим об общей ситуации все-таки простудных заболеваний, кто попадает в группу риска? Потому что как бы там ни было, все детки были на улице, каникулы, все гуляли, однако кто-то пошел сегодня в школу, а кто-то все-таки остался с болезнью дома. Спасибо большое. В группу риска прежде всего попадают, конечно, маленькие детки, груднички, детки, у которых еще формируется иммунитет, это детки до 6 лет. Вот. Что касаемо более старших детей, это детки-подростки, когда у них идет пубертантный период, это тоже идет гормональные всякие перестройки, и это тоже способствует тому, что они очень быстро подхватывают любые вирусные инфекции. Это что касается пожилых людей, если говорить о взрослом населении, в особенности старше 65 лет. Все люди с иммунодефицитным состоянием, ну, если говорить о взрослых, да, в принципе, о детях, онкозаболеваниями и другими тяжелыми хроническими заболеваниями входят в группу риска. Ну, широкая такая палитра, конечно да, же, да. Каждый человек, слушая эту информацию, применяет, собственно говоря, к своей ситуации. Давайте мы непосредственно поговорим о симптоматике. В каком случае ставится вот диагноз острая респираторная вирусная инфекция? Что касаемо симптомов данного заболевания, вообще, что такое грипп? Грипп – это острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом гриппа, в особенности это вирус гриппа А, тот, что актуален на данный момент у нас и в других странах, который характеризуется поражением дыхательных путей, симптомами общей интоксикации, характеризуется симптом признаком массового распространения,
Вот. И поэтому всегда ежегодно, естественно, бывают сезонные эпидемии, к сожалению. Вот. По данным МОЗ, в мире ежегодно от сезонных эпидемий, так называемых от гриппа, умирает до 500 тысяч человек. Это довольно большая цифра, конечно. Вот. Поэтому нужно всего обращать внимание, если у ребенка, что касаемо детей, да и в принципе у взрослого, температура держится больше 3 дней. Каков порог? Да, она идет до 39 и выше. Если ребенок сонлив, вял, если он отказывается от еды, то есть он ведет не так себя привычно, как обычно, если у ребенка появляется кашель, с которым вы не можете справиться, если у ребенка появляется рвота, грипп у маленьких детей может также и по носам быть такая клиника, как понос. Это тоже как бы надо во внимание держать. То есть все, что вас тревожит, не занимайтесь, пожалуйста, самолечением, лучше обратиться в специальное лечебное учреждение, где окажут ребеночку помощь. Потому что иногда продление может быть, к сожалению, заканчиваться не очень хорошо. Юлия Романовна, но тем не менее, когда мы понимаем, что с ребенком что-то не то, какая модель поведения родителя дома для того, чтобы помочь вот в начале, в первый период? Если в начале, там, первые сутки, да, ребенок заболел, вы видите, там у него насморк небольшой, там, возможно, какая-то слабость, повышение что-то температурки, да, то, конечно, общее мероприятие. То есть мы даем побольше питья ребенку, отпаиваем его, даем жаропонижающее, если это необходимо. Вот, даем противовирусные, мы имеем право дать, есть детские формы, мы потом попозже поговорим за них, более прицельно за лечение и за профилактику. Вот. Но если мы видим, что в течение суток, двух нет никакого улучшения, наоборот, симптомы нарастают, то ни в коем случае ни секунды не сидеть дома, а сразу ехать в больницу. Некоторые специалисты говорят о том, что надо дать отгореться, собственно говоря, чтобы организм сработал в плане своей защиты. И вот как здесь вот правильно поступать? Потому что когда мама видит, что у ребенка 39 температура, паника, ну, естественным путем настает. Ну, естественно, да. Когда 39 температура, никто не будет ждать, потому что на фоне высокой температуры у маленьких деток может возникнуть судорожный синдром. Это тоже грозное осложнение, то есть признаки нейротоксикоза появиться. И это, ну, до этого не надо тянуть. То есть контролировать ситуацию. Контролировать. Если температура у детей до 37,5, то, в принципе, пусть борется можно. Угу. Это мы говорим за первые сутки. Если температура выше 37,5, надо давать жаропонижающие. Ну, у нас жаропонижающие детям даются из группы парацетамола и ибупрофена. Легкие, всё. То есть препараты. Да. Две группы препаратов, которые разрешены использованию у детей. Аспирин ни в коем случае нельзя деткам. Вот. И... Что касаемо... Если говорить уже дальше, вот вы говорите, что первый день можно уже давать противовирусное, да? Как часто дается, если мы в разрезе, в ракурсе именно о детях говорим, маленьких детях? Есть специальная детская форма препарата ремантадин, который действует на вирус гриппа А. Я, кстати, не сказала, что сейчас актуален вирус группы А, именно это свиной грипп H1N1, и немножечко еще к нам пришел H3N2, это Виктория, это из Швейцарии. Но более у нас актуален этот, как называемый, свиной грипп, который в 2009 году, как вы помните, все-таки была у нас эпидемия. Накатил очень серьезно, конечно же. Вот, и, слава богу, появилась детская форма препарата ремантадина, который разрешен с года, потому что сам ремантадин раньше был таблетированная форма только с 7 лет. Он в порошочках, там, по соответствующей дозе. Вот, и мы даем первые 3 дня этот препарат. Вообще он дается, конечно, если в плане лечения, до 7 дней, но это только доктор. По установлению диагноза грипп назначает специфическое лечение до 7 дней. В целях профилактики мы можем легко его использовать. Так, если речь идет о новорожденных, здесь вообще отдельная, знаете, это такая отдельно, статья, да. Потому что это все очень сложно и серьезно. Ну, новорожденные, как правило, особенно если даже они и не на грудном вскармливании, у них, к сожалению, очень часто без антибактериальной терапии, то есть быстро присоединяется вторичная бактериальная инфекция, и без антибактериальной терапии в большинстве случаев тяжело справиться с данной симптоматикой. Но если мы говорим о первых суток или о профилактике, то есть такие, скажем так, легкие формы противовирусных средств, которые можно использовать. Но это должно быть под контролем, я думаю, что и очень сильно, конечно, чувствовать это дозировку. Да, и под контролем, и желательно, что под назначением участкового врача. Вот, потому что касаемо новорожденных и маленьких детей до года, это же совсем другое.
скажем так, ситуация. Юлия Романовна, как долго держится ситуация? Вот как долго держится вот этот инкубационный период, когда... Очень маленький инкубационный период, если мы говорим о гриппе. Он буквально 10-12 часов, но максимум он может быть до 7 дней. Но, как правило, до 7 дней инкубационный. Максимум до 3 суток, и мы уже видим клинику. В развороте. Да. Как долго ребенок болеет? Вот потому что мы температуру остановили, родители, и считаем, что справились. А на самом деле, может быть, именно в этот период пиковая ситуация болезни. Да, на самом деле в этот период может легко присоединяться вторичная бактериальная инфекция, и тогда родители уже приходят с клиникой бронхита, который требует антибактериальную терапию. То есть, поэтому если до, я же говорю, максимум до 72 часов вы не можете справиться с ситуацией, то нечего ждать, надо обязательно обращаться за специализированной помощью к специалистам. В каком случае все-таки, знаете, как формула успешного лечения? Это общие такие рекомендации для родителей, для того, чтобы понимать, что вот, назначение специалиста, для чего они и какая функция здесь уже родителя. Потому что успешное лечение, это как бы, знаете, здесь с обеих сторон и специалист. Медик. Конечно, если специалист устанавливает диагноз грипп, и есть специальные протоколы, по которым мы лечим. То есть есть группа противовирусных препаратов. Потом симптоматическая терапия, допустим, с целью жаропонижения, жаропонижающие препараты, потом противоаллергические препараты, антигистамины, так называемые. То есть в зависимости от того, какая клиника, от кашля, допустим, нужен препарат, это все входит в симптоматическую терапию. Но основное – это противовирусная терапия. Противовирусная терапия – это на данный момент препарат озельтамивир, тамифлю. И занавир – это препарат под торговым названием Риленца. Вот. И третий вариант – это ремантадин. Он, в принципе, более доступен, потому что те препараты по ценовой политике на порядок дороже. Вот. Но если в целях лечения, то, конечно же, обязательно он назначается и принимается ребенком если в соответствующих дозировках. Если речь идет о аллергике, ребенке аллергике. Обязательно на фоне противоантигистаминных препаратов, это естественно. Сейчас спектр их широкий, и детки-аллергики всегда, ну, мамы уже знают, какой препарат лучше ребенку помогает, я имею в виду в плане противоаллергических. И они иногда сами говорят, вот мы пили то-то, а нам подошло то-то. Держать под обязательно контролем. На фоне, да, антигистаминных препаратов. А Юлия Романовна, вот в первый период заболевания мы, как правило, даем обильное питье. Это морсы. Да. Смородина, малина, с бабушкиных каких-то там консерваций. И как здесь быть вот в плане аллергии? Потому что витамин С, это те же цитрусовые. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что это лечение, а с другой стороны, вот как соизмерить ситуацию? Ну, если мы говорим о детях-аллергиках, то, естественно, никаких цитрусовых препаратов. Если мы, в общем, говорим об режимных моментах, во время заболевания ребенок должен быть сохраняться питьевой режим обязательно. Питьевой режим – это не соки магазинные, как мамы некоторые. Мы любят. Начинаем именно витаминизировать ребенка. А, обязательно это минеральная щелочная вода, это чаи. Компоты из сухофруктов очень хорошо снимают интоксикацию. Лучше сварить компотик из сухофруктов, чем купить тот сок, на который может быть очень часто у детей ацетонемический синдром развиваться. Еще усугубить ситуацию. Да. Потом питание, очень важно питание. Диета должна быть соблюдена таким образом, чтобы в рационе было много продуктов, которые содержат белок и витамины. Вот. Но если мы говорим за период начальный, когда ребенок совсем не хочет кушать, то, конечно же, мясо мы ему в первые дни не дадим. Немножко уже стабилизируем температуру, и тогда мясные продукты обязательно. Потом, что касаемо молочных продуктов. В первые дни заболевания, конечно, опять-таки с целью профилактики ацетонемического синдрома лучше не давать продукты на цельном коровьем молоке, то есть молочные каши, все каши должны быть безмолочные, да. Овощные супчики, питание должно быть часто и дробное. Если вот мясо, рыба, то отварное больше? Все должно быть отварное. Ни в коем случае, конечно, не жареных. Ну, потом попозже можно в тушеном виде, конечно же, давать продукты. А объем питания, питьевой объем какой должен быть? Потому что, говорят, обильное питье. Ну, вот если соизмерить ребенок маленький, там, например, годовалый, какой объем питья? Ну, там, в принципе, там идет, допустим, легко всего рассчитать, например, 100 мл на килограмм ребенка в сутки.
И делим, допустим, ну, обычно там по 50 грамм каждые полчаса, каждый часик выпаиваем ребеночка. Юлия Романовна, давайте вот смоделируем ситуацию, что, например, ребенок заболел, и какая модель поведения всех членов семьи? Или наоборот, в семье уже кто-то заболел, и как своего ребенка, собственно говоря, обезопасить в ситуации? Ой, ну есть такое понятие синдром кокона, когда ребенок не защищен, особенно маленький еще, а все вокруг болеют. Да. То есть в любом случае синдром кокона подразумевает, что ребенок уже у него нет вариантов. В любом случае он заболеет. Как бы мы не носили по 25 масок в одном окружении. Поэтому прежде всего взрослые должны делать профилактику с себя. Прежде всего начинать с себя. Осенью, когда ожидается перед сезонным эпидемией гриппа, у нас очень, спасибо, слава Богу, есть специфическая профилактика – это прививки. То есть, если в семье маленький грудной ребенок, то лучше всю семью привить, и уже это будет минимизировать риск, что какой-то член семьи кто-то заболеет. Естественно, заразит всех, а ребенку уже деваться будет некуда. Да. У нас очень хорошие вакцины, импортные, которые в общественных коллективах, скажем так, которые с группы риска, они планово закупаются, а так мы можем сами, в принципе, по цене они около 100 гривен, это не так уж доступно. Много. Да. Доступно, да, лучше сделать профилактику гриппа и потом перенести этот сезон нормально, чем тяжело заболеть, заразить членов семьи и, конечно же, ребенку обязательно это будет симптоматика. Если уже кто-то болеет, вот как все-таки обезопасить ребенка? Какова? Ну, прежде всего, если касаемо общих профилактических моментов, обязательно частое мытье рук. Частое мытье рук, масочный режим, если мы говорим за семью. Избегать тесного контакта, то есть изолировать этого данного члена семьи, пока на время болезни. Избегать тесного контакта с человеком, который болеет простудным заболеванием. Вот, если говорить. А как проветривать помещение? Вот особенно в зимний период, как-то это такой вопрос для взрослых актуальный, потому что, с одной стороны, мы хотим, чтобы ребенка обезопасить, вот, надеть все, что можно на него, и чтобы не было контакта. То, что касаемо проветривания, температура комфорта 23-24 градуса. Так. То есть утро-вечер два раза в день мы должны проветривать. Но, конечно, на тот момент ребенка с этой комнаты, где он обитает, выносить. Да? Вот. Потом, если мы выводим ребенка на улицу, то одежда не накутать, как кокон, опять-таки же. Особенно в мороз. 20 градусов морозы, и бабушка стоит под контролем, что надо надеть все и сразу, и ребенок и просто вот так вот обездвижен. Во-первых, он обездвижен, во-вторых, он быстро потеет, и малейший где-то сквознячок, это еще хуже. То есть бабушка делает такую медвежью услугу ребенку. Одежда должна быть легкой, теплой и водонепроницаемой. Это прежде всего. И не ограничивать движение ребенка. Все-таки преимущество мы отдаем натуральным тканям. Натуральным тканям, да, конечно же. Каков должен быть вот этот период прогулок на свежем воздухе? Потому что мороз и солнце день чудесный. Mm-hmm. И хочется, чтобы ребенок подышал. Все должно быть разумно. Если ребенок здоров, если мы, допустим, температура не такая, что минус 20, даже при минус 20, конечно, лучше не выводить, но если это, то максимум 15 минут. Вот. Чтобы если все проморозить, все-все-все. Да, чтобы убить и подышать вирусы. Свежим воздухом. Если температура более-менее, скажем так, теплая, то, конечно, можно и до часу гулять. Ну, в зависимости от возраста ребенка и от той ситуации, переболел он, не переболел, то все индивидуально. Но в любом случае ребеночка надо выводить на прогулочку, на свежий воздух. Вот, наконец-то, мы дождались, справочку дал педиатр, мы смело, с радостью ведем ребенка в детский сад или в школу, но что надо здесь в этом случае помнить, потому что период адаптации очень важен, для того, чтобы не повторить ситуацию снова, надо быть настороже. Ну, прежде всего, когда мы выписываем ребенка, период реабилитации, если есть возможность, то хотя бы недельку еще посидеть ребенку дома. Все-таки. Не сразу из больницы в сад, потому что любой малейший вирус – это опять повторная реинфекция. Кстати, хочу сказать, что ребенок, если болеет 6-8 раз в год ОРВИ, это для него нормально. Мы имеем в виду, имеется в виду дети, которым до 6 лет, которых иммунитет еще созревает. 6-8 раз? 6-8 раз, да, это ребеночек нарабатывает антитела, защитные. Так что это не паника, это не часто болеющий ребенок, это вполне нормальная ситуация. Как по мере взросления, как уходит вот это количество уже? Ну, чем лучше, скажем так, и быстрее созревает иммунитет, тем меньше ребенок болеет, и это
период младшего школьного возраста, там, ну, максимум до 3 лет детки болеют. Вот, период реабилитации, тот, что немножко сбились, я немножко меня отвлеклась от темы. Если мы говорим за реабилитацию, то, конечно же, желательно, прежде всего, я уже говорила, посидеть дома хотя бы недельку. Это обязательно, опять-таки, диета, режим сна-отдыха, особенно дети касаемо, сейчас дети очень такие компьютеризированные, обязательно это соблюдать. Не сидеть сутками, и маме, как говорится, проще посадить его перед телевизором, и чтобы он мультик смотрел, пока она занята. Потом ребенок тягивается, и получается, мы ведем сидячий образ жизни, и ребеночку уже даем самого малого. Это тоже нельзя делать, потому что режим сна и отдыха должен сохраняться. Питание, диета, обогащенная белками, витаминами, мы говорили с вами. Обязательно, я как говорю всегда, что 80% иммунитета в кишечнике. Обязательно бактерии должны быть. Ну, есть сейчас очень большой арсенал бактерий. Предпочтение чему отдать? Ну, это очень много, конечно, комплексные, мы называем симбиотики, там, где и бифида, и лактофлора. Та флора, которая должна быть в нашем кишечнике, присутствовать всегда. Это нормальная микрофлора. И так как и очень много клеток иммунитета в кишечнике, это очень важно. Это обязательно витаминотерапия. Но опять-таки, какие витамины врач рекомендует индивидуально каждому ребенку? Юлия Романовна, вы знаете, сегодня сфера мединдустрии очень активно развивается, рекламный бизнес тоже. Включаешь телевизор, собственно говоря, и чего ходить к доктору? Все тебе расскажут, покажут и даже распишут. Тем не менее, каждый раз к нам приходят специалисты и говорят, что самолечение – это очень большой вред. Вот типичные ошибки, связанные с самолечением в вашей практике, вот как вы видите, к чему приводят, собственно говоря, иногда вот такие вот самоуверенности, какая-то родительская. Да, это, к сожалению, большая проблема в наше время, когда рекламы лечат детей наших, вот, потому что приходят, а мы давали то и то, а мы давали то и то, а мы сами попробовали один антибиотик, он нам не подошел, мы поменяли молодцы на другой. Молодцы какие. Да, то есть и сидишь, и смотришь на них, и даже не знаешь, что сказать. То есть они сами делают ребенку то, что у него срабатывает, нарабатывается стойкий иммунитет, скажем так, на те же антибиотики, и потом чем лечить ребенка, неизвестно. И это первое. Ну ладно, антибиотики, но зачем вы их сами даете ребенку с первого дня? Чуть-чуть заболел, а не сразу антибиотик. Чуть-чуть заболел, сразу антибиотик. Где же будет иммунитет у ребенка? Ну а чего? У нас интернет есть, у нас реклама есть, мы все знаем и умеем. Нет, самым лечением заниматься нельзя, потому что, опять-таки, это медвежья услуга, мы вредим ребенку. Ребенок должен нарабатывать иммунитет на все виды инфекций, пусть даже и кратковременный. И если есть в этом необходимость назначения антибактериального препарата, это очень серьезно, это назначает только врач. И какую группу антибиотика, и какой и дозировка. И дозировка, это, естественно, это сам врач. Потом, что касаемо тоже противокашлевых, потому что грипп сопровождается кашлем очень часто. Тоже мы пили то и то, а потом то, а потом то, что они пьют сначала то, что у них дома есть. Да. Это очень потом, знакомо. Потом вроде не помогает, бегут за другим, да. А что там фармацевт еще подскажет. Посоветовал, подешевле. А потом приходят уже с обструкцией, когда уже действительно надо лечить ребенка в условиях стационара. Ай-яй-яй. Поэтому, дорогие мамы, обращайтесь обязательно, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам, к педиатрам, которые всегда помогут и сделают профилактику того, что ребенок ваш не заболеет еще больше, чем он болеет на первых порах. Облегчить ситуацию и держать под контролем. Юлия Романовна, очень мало времени, и тем не менее я хотела бы задать последний вопрос, потому что вот сейчас январь, пик зимы, и сегодня уже надо задумываться о витаминотерапии. Вот к чему отдать предпочтение? Все-таки фруктам и сухофруктам, или сегодня уже идти к педиатру за советом какого-то комплекса витаминного? Ну, всегда комплекс витамины должен быть. В течение месяца ребенок уже, конечно, надо было раньше дать ему, накануне. Но если уже не успели, то можно и сейчас. Конечно, комплекс поливитаминов педиатр должен всегда рекомендовать. Плюс, естественно, и в питании. Мы должны сбалансированно и рационально, полноценно питать своего ребенка. Не пиццами, которых я, и бананами. Я говорю, мы как будто в Африке живем. Ну, у нас легче. Очень много витаминов, да, яблочки наши. Вот сейчас осень прошла, очень много фруктов, поэтому надо кушать то, что у нас растет. И сухофруктов также, те же компоты, узвар, никто еще не отменял его питательных ценностей вот этих. И очень снимает интоксикацию, хорошо. Спасибо большое вам за полезные рекомендации. Я очень хочу, чтобы вы действительно были все здоровы, ну а у кого как-то вот что-то так не заладилось,
чтобы сегодня эта информация стала все-таки полезной. Спасибо большое. Здоровья вам, не болейте і вовремя обращайтесь к спеціалістам. Всього доброго. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Бережіть себе і своїх близьких. І залишайтеся на телеканалі «Миколаїв» і надалі.